А в Набережных Челнах в 50-м комплексе нападению подверглась фельдшер, приехавшая по вызову. Известно, что нападавшая сама обратилась к медикам, почувствовав себя плохо. Во время оказания ей медицинской помощи женщина неожиданно набросилась на фельдшера. По рассказам очевидцев, на место происшествия прибыла еще одна группа медиков из психоневрологического диспансера. Они и спасли коллегу. Был вызван наряд полиции. Сотрудница скорой помощи получила телесные повреждения. В общем-то, она прошла экспертизу в бюро судебно-медицинской экспертизы. Мы надеемся, что наши органы дадут объективную оценку происшедшему случаю.